Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня снова вяжем кроссовки крючком. Такие кроссовки 10 и 11 сантиметров мы уже вязали. Сегодня вяжем 12 сантиметров по подошве. Пряжу у меня Янар Джинс, крючок 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. Подошва 12 сантиметров. Набираем 18 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И две воздушные петли подъема. Провязываем прибавку в третью от крючка петлю. Прибавку из двух столбиков с одним накидом. Один в эту же петлю второй столбик с одним накидом.

Последнюю петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее по цепочке вяжем 16 столбиков с одним накидом. Хвостик сразу ввязываем. Один, два, три, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1. В эту же петлю второй столбик с одним накидом. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд. Воздушная петля. Далее вяжем две прибавки подряд, прибавка из двух столбиков без накида. первая прибавка в следующую петлю вторая далее 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 Далее 2 полустолбика. 1. Следующую петлю 2. 7 столбиков с одним накидом. 1. 2. 3. 4. Пять, шесть, семь, пять прибавок подряд, одна прибавка из двух столбиков с одним накидом, один. два, три, четыре, пять. Далее 7 столбиков с одним накидом. Один Два, три, четыре, пять, шесть, семь, два полустолбика, один, следующую петлю второй. Семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Остается две петли. Провязываем две прибавки. Первая прибавка в следующую петлю. Вторая соединительная петля за воздушную петлю подъема. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Дальше вяжем 4 прибавки подряд. Из двух столбиков с одним накидом. Один, Два, три, четыре, далее шестнадцать столбиков с одним накидом. Один, два, три. 15, 16. Далее 10 прибавок подряд. Один, два, три, Четыре пять шесть семь, восемь девять десять, далее шестнадцать столбиков с одним накидом один. Два, три, пятнадцать, шестнадцать. Далее четыре прибавки подряд один, два. Три. Четыре. Соединительная петля в третью воздушную петлю подъема. У меня закончилась ниточка. Подсоединяю новую. Четвертый ряд воздушная петля подъема. И вяжем пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Следующую петлю провязываем прибавку из двух столбиков без накида. Один. И сюда же второй столбик без накида далее вяжем 22 столбика без накида 1 2 3 20 21 22 дальше снова вяжем прибавку из двух столбиков без накида 1 сюда же второй столбик 10 столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прибавка. Один столбик. Сюда же второй столбик без накида. Далее двадцать два столбика без накида. Один. Два, три, двадцать, один, двадцать, два. Прибавка. Один столбик сюда же, второй столбик без накида. И остается довязать еще пять столбиков без накида до конца ряда. Один, два, три, четыре. 5. для тех кто оставляет одну подошву рабочую нить вперед за воздушную петлю подъема с обратной стороны захватываем петлю провязываем соединительную петлю разворачиваемся и теперь под каждую косичку вяжем соединительные столбики. У вас должно получиться 72 соединительных столбика. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем. Вытягиваем ее на изнаночную сторону через воздушную петлю подъема. На изнаночной стороне закрепляем. Две детали готовы. Складываем изнаночной стороной внутрь. И начиная с пяточки пройдемся соединительными столбиками по центру. Это делать не обязательно, но мне больше нравится, когда центр тоже зафиксирован. Вводим крючок в самое первое отверстие на одной подошве и в первое отверстие на другой подошве. Захватываем нить. То же самое в следующее отверстие на одной подошве на другой подошве провязываем соединительный столбик. И так отверстие в отверстие вяжем соединительными столбиками до конца. Соединили центр, ниточку отрезаем, прячем ее на изнаночной стороне. Также поступаем и с хвостиком на пятке. я вот эту центральную косичку всегда оставляю снаружи, переворачиваю косичкой вниз, выравниваем, чтобы ровненько было, и где-то вот тут сбоку. Петля на одной подошве, петля на другой подошве. Вытягиваю нить и провязываю по краю подошвы соединительными столбиками. Должно получиться 72 соединительных столбика. На данном этапе можно спрятать хвостик. Почему я его не прячу сразу в самом начале? Все просто, чтобы не делать лишнюю работу. Иногда бывает, или петельки не сходятся, или как-то изначально не выровняла, поэтому не хочется делать лишний раз лишнюю работу. Сейчас я вижу, что у меня все ровненько, поэтому хвостик можно прятать. И соединяем подошвы до конца. Ниточку можно отрезать. Этот хвостик я не прячу, когда буду вязать бортики. Его вяжу. Вяжем бортики. Вязать будем вот эти петли они у нас остались от соединительных столбиков находим на серединке пятки среднюю петлю закрепляем нить воздушной петлей и сюда же провязываем столбик без накида и вяжем по кругу 72 столбика без накида 1 2 3 хвостик сразу ввязываем 4 5 71 72 соединительная петля не в воздушную петлю подъема а в следующую соединились второй ряд воздушная петля Дальше будем вязать тоже столбиками без накида, но как бы вогнутыми. Вяжем так. Заводим крючок с внутренней стороны наружу, как бы огибаем ножку э, столбика предыдущего ряда и выводим э, внутри. Захватываем нить и провязываем как обычный столбик без накида. Вводим крючок снаружи огибаем ножку столбика предыдущего ряда выводим на изнаночной стороне захватываем ниточку и вытягиваем обратно провязали вяжем так по кругу 72 вогнутых столбика без накида 70 71 и 72. В третьем ряду поменяем цвет нити. Соединительный столбик уже будем провязывать нитью другого цвета. Не за воздушную петлю, а за следующую провязываем соединительную петлю. Третий ряд воздушная петля подъема. Сюда же провязываем столбик без накида. Белую ниточку отрежу. Хвостик вяжу. Вяжем двадцать два столбика без накида. Один столбик уже провязан. Два, три. Четыре. Девятнадцать, двадцать двадцать один. Двадцать два, далее двадцать восемь полустолбиков. Один, два, три, четыре, пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь и довязываем 22 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 20, 21, 22. Соединительная петля не в воздушную, а в следующую петлю. Четвертый ряд. Воздушная петля Сюда же провязываем столбик без накида. Повторяем третий ряд. Вяжем 22 столбика без накида. Один уже провязан. 2, 3, 20, 21, 22. Далее 28 полустолбиков. 1, 2,

пятый ряд 2 воздушные петли подъема сюда же откуда выходили петли подъема провязываем полустолбик и вяжем 9 полустолбиков 1 2 3 4 5 6 Семь, восемь, девять. Дальше вяжем тринадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13. Дальше будем вывязывать убавки. Первую убавку вяжем из двух столбиков без накида. Вяжем так, подхватываем первую полупетлю, сразу подхватываем вторую полупетлю ближнюю к нам и дальше вяжем как обычный столбик без накида. Дальше 12 убавок но уже из полустолбиков. Накид. Захватываем первую полупетлю, сразу же вторую и провязываем как обычный полустолбик. Одна убавка поближе покажу. Накид. Захватываем вот целая петля, захватываем ближнюю к нам один и вторую ближнюю к нам вторая петля и провязываем Полустолбик два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Дальше убавкой из двух столбиков без накида. Захватили первую, вторую и провязываем, как обычный столбик без накида. Далее вяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И остается довязать девять полустолбиков до конца ряда. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Шестой ряд мы начнем вязать не сначала отсчитаем 14 петель ниточку оставьте она нам еще пригодится 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 в 15 закрепляем нить я взяла второй кончик из центра клубка закрепляем нить воздушной петлей и сюда же провязываем столбик без накида. Ниточку подтягиваем и хвостик сразу вяжем. Один. Нам нужно провязать одиннадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать. Дальше вяжем убавку из двух полустолбиков. Накид, так же как и в предыдущем ряду, за передние полупетли. Провязали убавку, Дальше полустолбик. Снова убавка из двух полустолбиков накид. Провязали убавку. Дальше полустолбик есть. И еще одна убавка накид. Захватываем. 2 полупетли и провязываем полустолбик. Дальше вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Две воздушные петли подъема разворачиваемся, вяжем седьмой ряд. Начиная с первой петли провязываем пять полустолбиков. Один, два, три. 4, 5. Дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую петлю соединительный столбик. Разворачиваемся восьмой ряд. Первую петлю пропускаем, следующие две провязываем по столбику без накида. Один следующую петлю второй. Далее две воздушные петли столбик снизу пропускаем, следующий провязываем столбик без накида. Снова две воздушные петли столбик снизу пропускаем, следующий провязываем столбик без накида. Две воздушные петли столбик снизу пропускаем, следующий провязываем столбик без накида и еще раз две воздушные петли столбик снизу пропускаем и в последнюю петлю провязываем столбик без накида. Ниточку можно отрезать. Мы связали шестой, седьмой и восьмой ряд. Теперь нужно довязать седьмой и восьмой ряды на этой стороне. Вязать начнем с изнаночной стороны. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В одиннадцатую вводим крючок. Воздушная петля. Начиная со следующей петли вяжем 5 столбиков без накида. 1 2 хвостик сразу ввязываем, 3 4 5 дальше 5 полустолбиков 1 2 3 4, 5, воздушная петля, разворачиваемся, восьмой ряд, один столбик, 2 воздушные петли, столбик снизу пропускаем, следующий провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик снизу пропускаем, следующий провязываем, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик снизу пропускаем, следующий провязываем, столбик без накида и еще раз 2 воздушные петли столбик снизу пропускаем и в следующие две петли провязываем по столбику без накида 1 следующую петлю 2 и соединительная петля вот откуда у нас был в седьмом ряду была воздушная петля сюда в самое начало соединяемся все ниточку отрезаем Возвращаемся к пяточке и вяжем обвязку по кругу. Две воздушные петли вяжем восемь полустолбиков. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Дальше шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. 6. Дальше два столбика без накида между рядов. Один. Два прибавка в угловую петлю. Столбик без накида. Сюда же второй. Дальше под косичку. Один. 2, опять под косичку, третий столбик, 4, под косичку, 5, 6, 7, 8. Дальше вяжем 7 столбиков без накида, но за ближнюю к нам полупетлю. 1 соединительный столбик пропускаем вяжем за следующую полупетлю 2 3 4 5 6 тут тоже соединительный пропускаем 7 дальше 8 столбиков за обе стенки петли 1 под косичку 2 3 под косичку 4 5 под косичку 6 7 под косичку 8 прибавка в крайнюю угловую петлю 1 сюда же второй столбик дальше 2 столбика между рядов 1 2 6 столбиков без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь полустолбиков до конца ряда. Один, два. 3 4 5 6 7 8 соединительный столбик не за воздушные петли вот 12 а за следующую только потом ее не потеряйте Ниточку отрезаем. Вяжем язычок. Так как тут мы вязали семь столбиков за ближнюю к нам стенку, то на обратной стороне у нас остались свободные петли. Один, два, три, четыре, пять, шесть и вот седьмая. Я буду вязать язычок серым цветом. Вяжем 2 воздушные петли. Это у нас будет первый столбик. Вязать мы будем вытянутыми столбиками. Хвостик сразу ввязываем. Первый столбик уже есть. Находим вторую петлю. Вот она. Провязываем столбик без накида как бы два раза. Один и теперь две петли вместе. Второй столбик. Один раз провязали, теперь все вместе. Теперь две петли вместе. Третий столбик. Четыре. Пять, шесть, семь, две воздушные петли подъема. Разворачиваемся. Второй ряд будем делать прибавку в начале и в конце ряда. Первый столбик уже есть. Это две воздушные петли. Сюда же провязываем еще один вытянутый столбик. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И прибавка в конце ряда. Не теряйте вот две воздушные петли во вторую воздушную петлю. провязываем два столбика вытянутых 8 и сюда же 9 вытянутый столбик 2 воздушные петли разворачиваемся третий ряд прибавка в начале и в конце ряда один уже есть сюда же второй 3 4 Пять, шесть, семь, восемь, девять, прибавка в конце ряда во вторую воздушную петлю десять и сюда же одиннадцать. 2 воздушные петли разворачиваемся четвертый ряд прибавка в начале и в конце ряда один уже есть сюда же второй 2 3 4 5 6 7 8 Девять, десять, одиннадцать и прибавка во вторую воздушную петлю. Двенадцать и сюда же тринадцать. Две воздушные петли разворачиваемся. Пятый ряд. Прибавка в начале и в конце ряда. Один уже столбик есть. Сюда же провязываем второй вытянутый столбик. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Во вторую воздушную петлю. Четырнадцать и сюда же. 15 2 воздушные петли разворачиваемся 6 ряд тут уже прибавок никаких не делаем 2 воздушные петли это как один столбик в следующую провязываем Второй, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и пятнадцатый столбик во вторую воздушную петлю. Дальше никаких воздушных петель не делаем, разворачиваемся и начиная со второй петли провязываем столбик без накида.

9, 10, 11. Дальше столбик без накида и соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Соединились, ниточку отрезаем. Вот что у нас получилось. Язычок готов. Дальше вяжем пяточку той же нитью, что и язычок, в моем случае серой. Отсчитываем по бортикам от вот этих ушек для шнурков. Именно вот по бортику отсчитываем 1, 2, 3, 4. И с пятой петли будем провязывать, но провязывать будем не за обе стенки, а за дальнюю. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида, ниточку подтягиваем и будем сразу вязать и вяжем двадцать столбиков без накида. Один уже есть. Два, три, четыре, пять, восемнадцать, девятнадцать. 20 и должно остаться 4 петли 1 2 3 4 до ушек для шнурков фиксируем нить разворачиваемся пропускаем 3 столбика 1 2 3 и начиная с четвертой, тут уже за обе стенки, закрепляем нить воздушной петлей. Вот эту протяжку сильно не натягивайте, ее мы потом вяжем. Воздушная петля, сюда же провязываем столбик без накида. Один, два, три, четыре. Теперь сделаем убавочки на пятки. провязали убавку дальше 2 столбика и еще одна убавка провязали и довязываем 4 столбика без накида 1 2 3 4 должно остаться 3 столбика недовязанных Фиксируем ниточку. Разворачиваемся. Тут уже пропускаем два столбика и в третью закрепляем нить. Следим за тем, чтобы протяжка не натягивалась. Воздушная петля. Сюда же провязываем столбик без накида. Вяжем 8 столбиков без накида. 1 два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот с этой стороны у нас тоже недовязанные две петли. Здесь две и здесь две. Теперь не обрывая нити, прям сразу вот начнем делать обвязку по кругу. Вяжем по лесенке пять столбиков. Один 2 вот наши три петли которые мы пропускали вот эту протяжку сразу ввязываем 3 4 5 дальше спускаемся вниз и тут уже за заднюю стенку вяжем 8 столбиков Без накида один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В следующую петлю провязываем прибавку один и сюда же второй столбик.

следующую петлю прибавка за дальнюю стенку 1 сюда же второй столбик дальше 8 столбиков без накида за дальнюю стенку 1 2 3 4 5 6 и Восемь, и остается довязать пять столбиков без накида по лесенке. Тут уже за обе стенки петли: 1, 2, 3, не забываем за протяжку, ее нужно ввязать. 4, 5 и соединительная петля не в воздушную, а в следующую. Ниточку отрезаем. Кроссовок почти готов. Осталось связать хлястик на пяточке и на язычке. Я хлястик буду вязать голубой нитью. Находим середину и от середины отсчитываем по 2 петли в каждую сторону. Так как пяточку мы вязали за дальнюю стенку, передние стенки, ближние к нам стенки остались свободные. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. И вяжем 4 столбика без накида. Один уже есть. Два. Три, четыре воздушная петля, второй ряд, четыре столбика без накида. Воздушная петля, третий ряд, четыре столбика без накида. Четвертый ряд четыре столбика без накида воздушная петля, пятый ряд четыре столбика без накида воздушная петля. В шестой ряд провяжем за ближнюю стенку. Один, два, три, четыре. Воздушная петля, разворачиваемся. Седьмой и восьмой ряды вяжем за обе стенки по четыре столбика. Довязываем восьмой ряд. Ниточку отрезаем. Хвостик оставьте подлиннее для пришивания. Дальше покажу, как я пришиваю крючком. Выравниваем по центру. Мы вязали за ближнюю стенку, чтобы у нас образовался вот такой красивый, ровный сгиб. Провязывать буду вот ряд на ряд ниже. Вот в эти отверстия. Для начала выведу ниточку вот здесь. И теперь будем пришивать. Вот наша петля. Первая. Вот она здесь. Захватываем ниточку, вытягиваем на изнаночную сторону. Дальше. Вторая петля. Вот она. Вытягиваем на лицевую сторону. Третья петля. захватываем ниточку, вытягиваем на изнаночную сторону. И четвертая петля. Ну и еще раз закрепим вот этот уголок торчащий. Ввожу в эту петельку. Туда же, где мы уже были, и здесь мы тоже уже были вот в этом отверстии. Захватываю ниточку. Хвостик можно прятать. Вяжем хлястик на язычок. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 и еще одна воздушная петля подъема. Вот косичка, переворачиваем ее вниз и на обратной стороне видим вот такие дужки. За них будем провязывать первый ряд. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, Три четыре ниточку хвостик сразу вяжем воздушная петля, разворачиваемся. Второй ряд четыре столбика без накида. воздушная петля разворачиваемся третий ряд 4 столбика без накида воздушная петля разворачиваемся четвертый ряд провяжем за ближнюю к нам стенку 1 2 3 Четыре воздушная петля, пятый и шестой ряды. Провязываем по четыре столбика без накида за обе стенки петли. Довязали шестой ряд. Ниточку оставляем подлиннее для пришивания. Складываем хлястик пополам. Выравниваем на язычке. И пришиваем так же, как и на пятке. Вот за эти отверстия на ряд ниже. Все, кроссовочки готовы. Шнурок связала обычный, набрала 135 воздушных петель. Ровных вам петелек. Всем добра.